И еще одна информация. Сегодня есть возможность еще раз встретить Новый год. Этот праздник по лунному календарю встречают буддисты России. На рассвете в Датсанах начали торжественный молебен. На нем ламы призывают удачу и благоденствие на целый год. По информации новостных агентств, с наступлением Нового года по лунному календарю буддистов России поздравил Владимир Путин. Торжества продлятся целый месяц. Народные гуляния, концерты, фестивали национальной кухни, выставки, детские представления. Восточный Новый год широко отмечают жители Бурятии, Забайкальского края, Усть-Ордынского, Бурятского округа. Здесь в честь праздника введен дополнительный выходной день 25 февраля. Артемий Катков, Время новостей.